Мы начинаем новый формат наших подкастов. Называется «Друкарня инфодайвинга». Как тебе слово «друкарня»? Отлично, белорусское слово. Так и хочется сказать «друкарня». Но и, наверное, где-то даже будет заход на эту стезю, потому что мы ведь будем погружаться в глубины психики. А слово «друкарня» в переводе с белорусского означает типография. Друковать – это печатать. А дурковать – это совсем другое слово. Итак, мы будем говорить, но, наверное, даже не о книгах. Мы будем отвечать на ваши вопросы, которые вы будете к нам присылать, записанные в письменном формате. И эти вопросы будут по тем глубинам, по тем элементам, которые были описаны в наших книгах. То есть у вас будет возможность прочитать и вместе с нами углубиться в какие-то темы. Почему письменно? Потому что мы будем дополнительно в какие-то темы угружаться для того, чтобы их расширить. Потому что когда мы шли на пролом в глубины психики, это бесконечный поток информации, очень многие темы мы просто проскакивали и брали либо в образах, либо брали какую-то первичную информацию, а потом мы просто старались все привязать к материальным результатам, к выходу из каких-то заболеваний и так далее. И очень много пластов, глубинных пластов, остались недоделанными. И поэтому вот этот формат, он поможет и вам, вам интересно с нами путешествовать, и нам, потому что мы будем еще больше углубляться, еще больше расширять определенные слои. Уже под запросы, под конкретные вопросы и вас, и нас. Да? И сегодня в первом подкасте мы начнем говорить о самой первой книге по инфодайвингу, именно по инфодайвингу, потому что так она по счету третья. А так, получается, в инфодайвинге она первая, это называется инфодайвинг.надсознание. Вот она. На самом деле она и простая, и сложная одновременно. Простая почему? Потому что читается крайне легко. Это вот такое путешествие, поверхностное восприятие, пересказ того, где мы были, что мы делали, как мы работали и каких результатов мы достигли. А сложная, потому что человек, заходя сюда, начиная ее читать, у него сразу возникает разрыв шаблона, уход от первичного стереотипа. И вот именно книга, которая была первая и вторая, «Управление восприятием», первая и вторая часть этой книги, они дают человеку настройку, когда человек осознает приход к инфодайвингу. Потому что, почему этот приход должен быть осознанным? Потому что в представлениях сейчас обывателей, человека, который вот просто зайдет и будет слушать это видео, существует экстрасенсорика отдельно, а наука отдельно. Ну и, соответственно, та же самая психология, психотерапия, она будет разделяться на две части. Частично она будет относиться к эзотерической части. Например, те же самые карты Таро – это у нас эзотерическая часть, а метафорические карты – это а-ля научная часть. Почему я говорю а-ля? Потому что, в принципе, метафорические карты – это равно карты Таро. Ну, картинки немножко другие, но интерпретация примерно та же, вот из одной бочки налита. И потом, когда мы начнем углубляться в темы, взятые, например, в психологии, в психотерапии, мы точно так же найдем в эзотерике тот же самый регрессивный гипноз а-ля психотерапия, да, а на самом деле путешествие в прошлое, путешествие по подсознанию, по мирам там, и так далее, эзотерические вот эти вещи. Я расскажу твою прошлую жизнь, предскажу будущую. Это что, не регресс-прогресс, да, в гипнозе. Гипноза в моменте здесь и сейчас нет. Он есть либо в прошлом, либо в будущем. Вот он, регрессивный, прогрессивный. Так вот, систематизация вот этих наработок и подведение вот просто жирной черты под объективным восприятием, что такое гипноз, что такое психотехники, что такое экстрасенсорика, каким образом это все соединяется, сочетается, каким образом рождаются психотехники. Это все в книге «Управление восприятием». То есть мы можем в своем восприятии быть хорошей девочкой или хорошим мальчиком, вот таким дубовым чуваком, которому вот в точке закостенелым, да, вот, ну вот просто баобаб, да, и вот в этой точке он с нее только смотрит в этот мир и больше ничего не видит. Но при этом, понимаете, у нас очень много точек восприятия может быть, и мы можем под любым углом смотреть, да, и мы сами определяем, под каким углом восприятия мы будем видеть этот мир. И самое главное, что нету двух людей с одним и тем же углом восприятия. Даже самые закостенелые баобабы смотрят на одну и ту же историю под разными углами восприятия. Поэтому вот
умение управлять своим восприятием, оно является ключевым. И если человек осознанно это делает, то он может менять восприятие. Как говорят, измени отношение к ситуации. А как изменить отношение, если ты не можешь поменять восприятие? Ну вот банально. Попадает человек в ДТП, он может париться? А может не париться. Может искать выход из истории? А может усугублять историю. Может, это все разные направления движения, но эти направления движения сперва совершаются в сознании, а потом проявляются наружу. И они напрямую зависят от того, как человек воспринимает ту или, иную историю, ту или иную ситуацию, тот или иной момент своей жизни. И поэтому даже вот в таких мелких моментах, там, где психология говорит, просто поменяй отношения. И потом психолог тебе будет менять отношения, а ты будешь на психолога переваливать ответственность. Да. А ты можешь осознанно взять, не доверяя никому. Вот на эту ситуацию смотрю так, а если посмотреть так, какую выгоду она мне дала? А если посмотреть так, что хорошего могу извлечь? А если посмотреть так, а может быть, я могу и попариться немножко? А как она может развернуться? А как ее можно переиграть, чтобы она в плюс сыграла? И все, и человек начинает жить. Правда? Да, это и есть разностороннее развитие и восприятие. Да. И каждый человек может вот этими жизненными своими параметрами управлять абсолютно осознанно. Итак, про это была первая книга «Управление восприятием», которая просто подводит напрямую, ставит жирную черту под объективным восприятием и говорит, реально, в объективном восприятии все есть гипноз. Все, что не в моменте здесь и сейчас, все есть сон, гипнотический сон. И доказательства тому приведены. Но если вы хотите из объективного восприятия перейти в субъективное, передвинуться, да, в себя и заглянуть в себя, в глубины своей психики, то вот здесь начинается инфодайвинг. И сразу предупрежу, что очень многие психотехники, например, медитации, погружения там разные такие, а-ля молитв, а-ля йогических, там, ведических и так далее, очень много практик, которые говорят, так мы же и занимаемся, мы же идем в себя. Но почему-то, когда мы идем в себя и занимаемся расконцентрацией, мы уходим во внешний космос, придумываем какие-то внешние миры и так далее, и мы все равно привязываемся к объективному. И делаем это в объективном восприятии. Лишь одна на сегодняшний день тема, одна, единственная, которая ведет человека в субъективное, это инфодайвинг. И поэтому вся та психотехническая база, которая предложена сегодня нами, описана в книгах, она действительно уникальна. Она действительно, это результат нашей 2-летней работы. Поэтому мы и выдали такие офигенные результаты, о которых вы можете читать, смотреть фильмы и находить информацию на сайте pup.by и обучаться этому с нами на сайте sabrishin.com. Причем, заметьте, мы нигде не говорим, что мы уникальны. Да? Мы говорим, что все люди уникальны. Мы нигде не говорим, что никто, кроме нас, это не сможет повторить. Нет, смогут повторить все, кто захочет этому научиться. Вопрос лишь в том, сможете ли вы сменить свое восприятие с объективного, которое выгодно, потому что идет вынос ответственности на внешний мир, на субъективное, взять ответственность за свою жизнь на себя. В этом кардинальная разница. И вот эти все вещи мы описывали в книгах. Итак, я вступительное слово сказала, наверное, оно было длинноватым, но по делу. Что для тебя инфодайвинг над сознанием? Книга. Самая наша первая. Вообще, как ты решилась на ее написание? Вырезаем. Ну вот ты же начинала писать книгу. Как ты решилась вообще заниматься такой фигней? Что мне ответить вот на это? Что тебе ответить? Что, Зайцева заставила тебя? Нет. Как ты задал? Я же вопрос твой задал. Да ты отвечай, не глядя на вопрос. Вот так и начни. Давай, поехала. Я не знаю. Инфодайвинг. Так, ну что для меня инфодайвинг? Блин, я не знаю на такие вопросы, как отвечать. Что для меня инфодайвинг? Ну, а что для меня? Мне интерес. Интерес мой. Ну, все. И все? А что в этом все? И с утра до вечера все? А что? Так интересно. Я не знаю, что ответить. Правда. Ты вот задаешь вопрос, так, такая деловая. Ну,
получается, что, я насколько помню, получается же, что надсознание – это описание, ну, вообще во всех книгах это описание, что вы видели, что с вами происходило да. в окружении. Это, вот, это описывает путешествие. Это, я бы сказала, не инфодайвинг, а вот, а, ты спросила инфодайвинг. Да. Это как, знаешь, я бы сказала, как вход мой, вот именно мой вход в психику. Прям первоначально. Ну, это всех нас, конечно, но ну, вот для меня, вот если для меня, то это мое первое знакомство, потому что я до этого ни психологией не занималась ничем. И мое первое знакомство с психикой. И для меня вот это было неожиданно интересно, когда ты идешь и открываешь. И я помню свое первое погружение, когда я понимаю, что я что-то вижу, да, и внутри у меня такая идет борьба. Так, я говорить это не буду, потому что это бред. Так, что там еще дальше? Дальше еще похлеще. Там еще больше бред. Вот что-то еще бред. Я постепенно училась выносить этот бред наружу. А потом оказалось, что этот бред как пазлики складывается и настолько логично складывается, что просто начинает какие-то жизненные ситуации объяснять, ну вообще объяснять так, что у тебя просто вопросов даже больше уже не возникает по какой-нибудь ситуации. Ну просто как будто ты искал всегда ключи, искал везде, а они тут раз и оказываются у тебя вот прямо на столе перед носом, а ты их не видел. Это вот очень похоже. Но я помню, мы сначала действительно относились к этим путешествиям как к бреду, когда там шли египетские темы, да, фараоны, да, да, да. Там, раскрутки энергии там, и так далее. Но мы учились верить себе, да, доверять себе. Вот да, это, да, так мы учились верить себе. И смотри, как мы тогда научились четко фиксировать все результаты, мы привязывали, проверяли на детях, на аутизме, именно как это будет проявлено в жизни. И каждый, вот мы новый пласт психики берем, да, он сумасшедший, мы тут же тух-тух-тух делаем под него психотехнику, базу и проверяем, как она сработает. И вот мы только ее запускаем, через 2-3 дня мы имеем обратную связь от мам, от детей, что там лучше стало, что там заболевание какое-то отступило и так далее. И а заболевания-то тяжелые, там были эпилепсия, ДЦП, там аутизм. И мы каждый раз, у нас перекрывало дух, и мы так думаем, ну да, набредили, но дети поправляются, ну ладно, значит, будем дальше бредить. И вот когда мы дошли так до третьей платформы по глубине погружения, мы на самом деле все время искали Бога. Вот когда я вела вот вас в погружение, у меня была одна фишка в голове. Я была уверена, что Бог где-то снаружи. Я его еще до инфодайвинга искала везде. Я его искала в религиях. То есть я побыла в мусульманстве, в христианстве, в буддизме. Вот меня не пустили только эти вот иудеи, вот конкретно не пустили к себе в храм, а все остальные меня пускали. Но я побыла везде. И не только в храмах, но и общалась с людьми там, и так далее, и практики делала. Но я Бога там не нашла. Во всяком случае, внутри у меня это потом не отозвалось. Я везде видела хорошо организованные бизнесы. Причем именно моя психика выдавала такие вещи, что я всегда видела, как делят деньги. То есть, приходишь, они там пилят деньги. Всегда. И вот эта особенность, это все происходило случайно. Я же приходила абсолютно искренне, с расчетом, что я именно там и найду Бога, а находила бизнесы. И в какой-то момент я просто решила, что мне, между мной и Богом не нужен посредник, но Бог все равно где-то снаружи. И мы его искали. Мы шли в глубины психики и считали, что в глубинах психики мы найдем Бога. И только потом мы его нашли, что Бог и есть мы. Да? Но это мы нашли значительно позже. А тогда мы шли на свет, как муха на огонек, да? В какой-то момент, помнишь, мы искали Бога, да, шли к нему, а смотрим, один Бог, второй Бог, помнишь третий, это? Третий, да, Б1, Б2, Б3, да, платформы да, пошли. Да, и мы понимаем, что их, помнишь, даже после первого, да, у нас такое, когда мы увидели второго, о, так их не один, есть еще. Есть такое было. Да, ну мы вот эти, поэтому у нас платформы в психике, структуры психики, когда мы описывали, мы назвали Б, это Бог, а К, это управляющий кабинет, Б и К. А самое интересное, потом, когда мы назвали мир К и Б, да,
А потом Меркаба, так... Меркаба. Причем это имело форму тетраэдра, да, и, мы, и вращалось. Это все останавливать было очень тяжело. Мы-то брали кусками, да, как под микроскопом. И потом мы просто ошалели, что даже составляете и Б, и К, и случилось даже грамматически, лексически такие совпадения, да. Говорим совпадение в кавычках, потому что все путешествия по психике – это воспоминания. Мы это скажем заранее. Да. Поэтому и К, и Б – это было не случайно. Неважно, какое слово мы привязали к этому. Вот. Но искали мы все время Бога. И от платформы к платформе мы шли на углубление, когда действительно мы были в поисках Бога. И самое интересное – это когда мы вышли на Б3 платформу. Ой, это вот да, с этой вот момента мы начали писать книгу. То есть в тот момент я всем сказала, что, ребят, вот если мы это не запишем, это останется непонятно где. Это останется нашим бредом. А это уже имеет проявленный результат на детях. И вот с этого момента эта книжка начала писаться как воспоминание. А уже все остальные книги писались в моменте здесь, да, и сейчас. Как мы работали, так мы и писали. А эта книга уже писалась как воспоминание, потому что до этого мы не верили себе. Угу. Вот. А помнишь, как приход на Б3? Помню. Ну, я скажу так. Вот эту последовательность совсем там, это надо опять... Все это вспомнится, конечно. Но вот на данный момент я помню, когда мы зашли первый раз на платформу Б3, и мы смотрим, такой трон стоит. Уф, интересно как. Трон. Ну и там... А с этим троном мы же первое, что сделали. Ну, мы естественно, на него сели, ну, что мы сделали? Через него начали отзывать болезни. И, кстати, сработало очень круто. Очень круто. Мы уселись, да? Полгода сидели. Но мы уселись, вспомни, первый раз, когда мы уселись на него, мы что произнесли? Как нам легко уступили его, да? Так прямо так. Нас боятся. Мы такие крутые, у нас такое эго было. Это я помню. А потом это эго, оно и сработало. Смотри, наша команда разделилась. Да. Наша команда разделилась, и устоять эго, вот когда у тебя есть такие соблазны, вот связанные с твоими психическими способностями и возможностями, это реально кусок работы над собой. На самом деле это искушение. Это искушение. Искушение на самом деле, действительно. Это очень большое искушение, большое, и пройти большое. Его бывает... Да, а если учесть еще, сколько мы раз сталкивались с этим, когда тоже эго, именно искушение... Тебе предлагается у нас возможность каждый... остановиться, не иди дальше. Да. Ты вот здесь уже все, ты можешь вот управлять, начинает, ты понимаешь, ты можешь что влиять ты можешь, на власть, ты еще какой-то... Вот, тебе предлагается... А ты валишь и говоришь, нет, власть не интересуется, интересует создание. Между созданием и властью это две грани одной и той же монетки. Это описано в наших книгах дальше, коллективное бессознательное в книге и в книге «Инфодайвинг знания». То есть мы эти вещи уже описывали, они глубинные, они в психике каждого человека прописаны, и мы эти все пласты доставали, подсвечивали наружу. И на самом деле это тренировка это себя. Это тренировка. Была. Да, тренировка себя. И очищение. Конкретно, ну, естественно, очищение, да, а тренировка себя именно не впасть в искушение, вот именно как не выпасть даже наоборот. Ты впадаешь в искушение, ты выпадаешь из внутреннего восприятия во внешнее, и ты садишься на вот трон этот, да, на платформе Б3, и... Следующее, ты разворачиваешь игру, ты запускаешь качели, и следующий шаг – это будет развенчание этих качелей. Да. То есть любой трон, любая власть предполагает эшафот. Это игра. Власть – это эшафот. Это одни качели. И вот этот вот трон, трон сатаны, как мы его потом назвали, да, а вот это искушение сыграть в то, что ты крут, то, что у тебя такое эго, что ты можешь все, что ты можешь тут. А на повестке дня ты раздуваешься, как мыльный пузырь, потом так и потом оступился малейший, и все. Ты разлетаешься, и все. И дальше идет уже обратный процесс, и обратный процесс идет по принципу развенчания эшафота, да. Не создай себе кумира, и не получишь развенчание кумира, да. Это все из этой же темы, только игры бывают разного масштаба. Бывают маленькие качели, бывают большие качели. И вот эти вот все качели мы описываем, каким образом происходит создание игр в нашей психике. А заметь, мы все игры, которые есть в психике, значительно позже, их всего 11 штук этих игр, с которых строится вся реальность, мы описали в книге «Инфодайвинг знания».
знания. И писали настолько глубоко и подробно, просто, что мы достали из глубины, показали, смотрите, вот это корни всех игр. Люди играют всего в 11 игр. 5 с одной стороны, 5 с другой и 1 по центру. Вот, и вы можете играть осознанно в это. Если вы играете в эту игру, вы можете осознанно перейти играть в эту игру. Человек может этим управлять, когда он осознает целостно. А когда не осознает целостно, он будет дергать за веревочку. И ему кажется, что вот это все не взаимосвязано, что все, что происходит с ним случайно, что вот этот внешний мир, который существует, который он видит, от него отделен, и он к нему не имеет отношения. Он всего лишь соломинка, которой управляет некий бог, который он вынес из себя, и который болтает его, и человек вынужден страдать в этом мире. Кстати, по поводу этого мира. Помнишь, сколько раз к нам приходила критика на тему, мы говорим, что этот мир – это рай, это счастье, мы пришли сюда кайфовать, да. А люди нам пишут, это мир страданий, мы пришли отрабатывать, мучиться. И как мы смеем это говорить, что это рай. Да. А мы в книжках это доказали, между прочим. Мы просто в своих книгах это все подняли и доказали, и описали. И смотрите, во всех книгах мы специально вели абсолютно жесткой логической цепочкой. Мы нигде не нарушали последовательность. Как мы шли, как мы брали информацию. Мы потом вообще даже в день-день сейчас записываем, когда важную информацию, новый пласт достаем. Мы в день-день записываем эту информацию, чтобы ее не потерять. Потому что она позволяет выстроить абсолютно логичную цепочку. То есть логика, она здесь, здравомыслие, оно здесь в приоритете. В психике нету разрозненности, нету хаоса. И даже книга «Коллективное бессознательное», вот приколы приколами, но психологи, психотерапевты совсем недавно отказались от терминов надсознание и подсознание в пользу термина коллективное бессознательное. То есть, грубо говоря, для них психика представляет собой выгребную яму, где все набросано в хаотичном порядке. И вот в хаотичном порядке они думают, что они так вылечат того же самого ребенка. Вы знаете, даже если выгребную яму, которая вот набросана в хаотичном порядке, и забросить дрожжей, да, и поднять оттуда большую часть, то она все равно не станет кристально чистой и здоровой. И из нее не исчезнет запах. Зато он сможет затопить все окружающие территории с помощью дрожжей и добавить запаха в другие выгребные ямы, которые находятся по соседству. В принципе, что мы и наблюдаем в психологии, психотерапии, особенно в таких направлениях ныне популярных, которые собирают групповые виды терапии. Да, там, где. Вот я это и называю, это бросить дрожжи в деревенский туалет. Даже вот исходя из твоих слов, вот это можно уже теперь посмотреть на это и увидите. Именно это и увидите. На самом деле. У человека поднимают, забрызгиваются все остальные, все варятся все в этом. Варятся, да. И все как уезжают котле, грязные, кстати. Как в котле. Точно. У кого рай, у кого ад. Точно. Кто-то сидит чистый, красивый, а кто-то варится в котле. Но этот котел вы же придумали себе сами. Это же не Бог вам его создавал. Это вы сами его создавали, потому что вы не соображаете, что вы делаете. Мы за здравомыслие. И, кстати, на эту тему сразу оговорюсь. Книг у нас вышло много. Укоров в наш адрес, что мы, секта, становится все меньше и меньше. Исключение составляют избранные белорусы, наделенные определенными властными полномочиями от религии. Так вот, если рассмотреть вообще подход инфодайвинг и секта, смотрите, здесь ключевая разница. Я сейчас про здравомыслие. Вот на чем строится секта и религии? Вот есть человек, и предлагается вынести ответственность Бога из себя. Вот Бог и ответственность вынесены, человек остался. Между ними ставится посредник. Вот этот посредник и есть религия, и точно так же поступают секты, нет разницы. Они становятся между Богом и человеком. Вот их место, да? Вот эта секта, это ключевой вот момент, каким образом поступают религии и секты. Они выделяют из человека Бога и становятся посредником между Богом и человеком. Что делает инфодайвинг? Ключевое отличие от сект и от религий – инфодайвинг становится за человеком, сзади, с другой стороны, становится его тенью, теневой частью и заставляет человека
смотреть на свой собственный свет, находить в себе Бога и возвращать его обратно. И таким образом соединяется свет, вынесенный из человека, с человеком. А инфодайвинг как был в тени, так и остается в тени. И инфодайвингу пофиг, вернет человек или не вернет. Но при этом, если человек обращен и слышит, что ему шепчет на ухо инфодайвинг, то он Бога вернет в себя, вернет ответственность за свою жизнь на себя, и у него не будет посредников, когда он начнет творить, проявляться, когда он начнет создавать осознанно свою жизнь счастливой, гармоничной, осознанно поедет и наладит отношения с родственниками, осознанно возьмется за свое здоровье, осознанно возьмется за свою реализацию, осознанно возьмется за воспитание своих детей, осознанно он не будет перекладывать ответственность на врача, на поликлинику, на кого угодно. Вот я смотрю сейчас на белорусов и просто в шоке. Начинаешь говорить, самая большая проблема – это вынос ответственности. Все виноваты, один я Д'Артаньян, блин. Ну, ребят, ну так вы тогда и будете иметь то, что вы вынесли из себя, вы остались пустыми. Вот эту пустоту вы и будете иметь. Кстати, в наших книгах «Знание» и «Глубина», вот как мне кажется, там очень подробно прям разжевано вот именно объяснение ответственности, взятие на себя и объяснение благодарности тому, кто тебя как бы обидел, как бы тебе сделал больно или не так сделал, как ты бы хотел. Вот именно об этом, мне кажется, там очень хорошо разложено. И вообще о роли благодарности для того, чтобы, в принципе, быть счастливым и здоровым. Угу. То есть есть моменты такие, когда... Вот, кстати, здесь нету книги «Заявка на счастье», но мы о ней будем говорить позже, и позже будем отвечать на вопросы, которые вы пришлете на видео. Сегодня более так обзорно. Вот заметь, когда мы говорим о счастье, та же самая психотерапия говорит, чтобы быть счастливым, надо это и это. И все, человека унесли вперед. Да, да? Да. И отсюда ты будешь унесли, когда-нибудь счастливым. Да, да, да. Да, уже дистанцию установили. А здесь ты несчастен, и ты будешь двигаться к счастью. У тебя целый путь. Разница, подход инфодайвинга. Почитайте нашу заявку на счастье. Она, кстати, даже опубликована на сайте PubBuy. Опубликована для тех, кто не может себе позволить купить нашу книгу. Даже такие есть. Это те, кто вообще настолько себя ограничил и забил какими-то жадностью, тупостью, ленью, еще чем-то, что даже выносами вот этими. Да. Для вас бесплатный вариант висит на PubBuy. Заявка на счастье. С чего начинается? Со слов. Посмотрите назад, да, и скажите, пошло оно все, отрубаем. Мы смотрим вперед и создаем счастье. И в момент здесь и сейчас вносим счастье. Я уже счастлив. А для тех, кто, ну как это, я только что страдал, и я могу в моменте здесь брошу это? Как же я брошу это, да, как мы называем рюкзачок? Свою любимую капу. Да, да. Как же я брошу? Столько у меня там было страданий моих, столько слез моих. Да как же я как это же могу? Я своего как я могу горя это откажусь? Забыть? Как я могу... Не вопрос. Тянем дальше, получается. А нет, где-то мы для там... таких записали заявку на счастье в коллективном погружении. Да, то есть вы просто в моменте здесь и сейчас грузитесь. Час работы, вы выходите и смотрите на мир. Блин, как же я тупил. Ведь на самом деле счастье, оно здесь и сейчас. И какое отношение к моему счастью имеет этот мужик, или эта баба, или эта история, или эти деньги, или эта фирма, или еще кто-то сказал. Глупость это все. Я могу быть счастлив в любом моменте. Я все время привожу пример. В Освенциме люди были счастливы, когда просто находили место под лавочкой, чтобы их никто не трогал, чтобы они могли закрыть глаза, уйти в свой внутренний мир и там испытать спокойствие и счастье. Им не надо были шикарные условия для того, чтобы почувствовать это счастье. А сейчас люди живут, кстати, вот недавно нам женщина писала, там и муж, и плохой не устраивает, и жизнь обеспеченная не устраивает, и там не устраивает. И вот лежу в Египте на пляже и плачу, горем вся извелась. И так читаешь и думаешь, слышь, у тебя вообще извилины есть. Человек ты когда не думать начнешь? Что имеет. Да, да, да. И вы знаете, если бы это одна такая женщина была. Кстати, перебью. Это очень хорошо ложится все на сказку о золотой рыбке.
Да. И то не, вот про Египет ты то, что сказала. Все не так, все еще хочу, и опять я не, и еще хочу, и опять не то. И по итогу плачет. И плачет. Слушай, давай мы, может быть, мужа твоего другой отдадим. Угу. У тебя хоть будет повод поплакать, угу. Да? На самом деле. На самом тогда деле тогда. Ощущение, что, блин, был муж. Был да. муж и не стало мужа. Или там в это время пройдет какое-нибудь стихийное бедствие, и твою квартиру или твой особняк смоет. И тогда ты, может быть, подумаешь, что, блин, ой, так вот это же горе, а тогда же не было горя. Да? То есть на разнице, на какой-то на человек разница, может да. это дело заметить. А эту разницу мы человеку очень конкретно помогаем и подсвечиваем, почувствовать. Просто берем так фейсом об тейбл, говорим, смотри. Кстати, последняя наша работа, когда мы-то работаем с собой постоянно, когда работаем с каждым человеком, когда мы начали работать вот со своей ценностью, осознавание именно до мелочей ценности своей работы, мы заметили моменты, когда с обратной связью идет обесценивание, соответственно, в нашу сторону. И когда мы человеку говорим, ну вот посмотри, ты можешь вот из этой точки написать выход из болезни, а человек говорит, нет, что вы ерунду говорите, я схожу к врачу, мне врач выпишет лечение, мне врач выпишет лекарства, мы будем работать, хорошо, мы не участвуем в этом, работайте с врачом, но тогда напиши, если ты уже идешь к врачу, если ты разворачиваешь игру в медицину, это значит разворачиваешь в игру «я лечусь», а если я лечусь, то автоматически я болею. А если я болею, то у этой игры будет конечная точка. И эта конечная точка у всех одна. Это кладбище. Да? Это очевидная вещь. Тут, вот напиши, как ты со своей игры, болезнью. Да, игра же когда-то заканчивается. Да. Да? Ты выбрал игру в болезни. Ты пришел на кладбище. Итак, ты пиши, вот как ты умираешь до последней точки. И вот в этой точке есть такой момент, когда либо у тебя включается ресурс на жизнь, ты осознаешь счастье жизни, и ты возвращаешься, как та дама из Египта, да, прилетаешь к мужу и говоришь, какой я дурой была, да. Точно так же и здесь. Я выбираю жизнь осознанно. И тогда можно подключить дополнительный ресурс человеку, и он быстро пойдет на поправку. У человека просто пинок появляется. Да, пинок под зад появляется. И вот эти вот моменты мы в последнее время стали практиковать, и вы знаете, они очень хорошо помогают отфильтровывать людей, которые не хотят поправляться, которые вот просто дурят голову и говорят, я так хочу жить, но при этом я буду лечиться всю жизнь. Ну, иди и лечись без нас. У нас задача, чтобы человек поправлялся. То есть либо-либо человек принимает решение, либо он поправляется, либо он идет на кладбище. И это вот эти подходы инфодайвинга, они не соответствуют психотерапевтическому. Более того, они рушат бизнес. Заметь. Потому что если человек поправляется быстро, это и фармацевтический бизнес, это медицина, их бизнес отдельный, это отдельный бизнес психотерапии, отдельный бизнес психологии, отдельный бизнес религиозный. Смотрите, сколько людей, которые не считают себя религиозными, например, они говорят, буддизм – это религия знания, и сидят там. Я знаю очень просто толпы белорусов, даже с которыми я сама ездила на всякие эти пховы там, и так далее, кармапам, там, на разные эти духовные бдения, я знаю, сколько людей живут этим, да, наверное, 80% людей в Беларуси и в других странах точно так же, а в некоторых странах до 100%, которые конкретно вот так уходят от себя и начинают играть в игру. Что мне кто-то поможет, я буду болеть, я буду выходить, я буду искать путь духовного роста. И вот, ну, это все разновидности игр. И это все бизнесы, и это очень большие бизнесы. А приходит инфодайвинг и говорит, слышишь, у тебя тупой бизнес. Ты играешь в тупую игру. Давай ты лучше реализуешься, ты что-нибудь изобретешь, ты что-нибудь создашь, у тебя будет творчество, у тебя будет яркое проявление. Вот представьте, если на земном шаре будет Илон Маск не один, а таких, как он, будет, ну, хотя бы несколько миллионов, да, на то количество миллиардов населения, которое вот. Есть. На самом деле в книге «Инфодайвинг над сознанием» положена основная, начальная часть, положена структура психики человека. Да? Именно вход, как он воспринимается, самого простого восприятия обывателя, очень близко к нашей повседневной жизни. То есть эта книга понятна.
Потому что если перескочить через нее и войти сразу в следующие книги, то многие моменты будут казаться нереальными из-за того, что нету вот этой начального восприятия. Оно вот как алфавит, да, ты вроде же потом читаешь текст, ты на буквах не обращаешь внимания, как она написана, там так Т написано, или так Т написано, или так Т написано, да, как, какая буква Т написана. Но при этом ты читаешь текст, и даже если где-то буква пропущена, ты ее дополняешь и знаешь. Вот здесь точно так же. Вот этот алфавит, который закладывается в начале, он начинается в инфодайинг на отсознании. Мы идем подробно от платформы к платформе. Более того, мы даем там такие связки, когда мы человеку предлагаем остановиться, задуматься, приготовиться, что сейчас будет полет в Альфа-Центавру, например, да, и человек понимает, что там будет сейчас что-то серьезное, и в какой-то момент раз, и мы углубляемся, каждый раз человеку помогаем настроиться на то, что он будет воспринимать какую-то сумасшедшую информацию. А информация, ребят, на самом деле сумасшедшая. То есть, если мы путешествуем по глубинам психики, и то, что нам в каком-то моменте может казаться, там, живой черт, да, на самом деле это яркое, может быть, впечатление от того, что ребенок видел фильм по мотивам там Гоголя. У людей творческих, например, режиссеров, там, сценаристов, писателей, художников, у них вообще в подсознании очень много вот этих ярких впечатанных картин. И зачастую эти впечатанные картины, они помогают, например, в творчестве, но в то же самое время они могут влиять на заболевания человека и приводить к развитию каких-то заболеваний. А психика неоднозначна, там всегда есть компенсация плюс с минусом. И когда мы путешествуем по глубинам, мы сперва брали вот это, вот видим и все, что видим, то и поем, как чукча. А потом мы начали наводить порядок, и дальше мы описываем, что оттуда, но мы уже соединяем пазлы и понимаем, что вот на этой глубине вот это впечатление будет работать так, а на той глубине оно работало так. Да, оно в одном случае может работать в плюс, а в другом случае может работать в минус. И книга «Надсознание», она подводит конкретно к зазеркалью, к подсознанию, но в то же самое время дает достаточно грамотный подход к иллюзорности этого мира. Потому что, чтобы вы понимали, первично подсознание, а надсознание – это отражение в зеркале. И дальше у нас есть объекты исследования 2. Первое – это подсознание, а второе – это зеркало. И вот когда мы говорим об исследованиях подсознания, мы говорим и о счастье, и о коллективном бессознательном, и о знании это все. А уже когда мы говорим об исследовании зеркала, мы говорим о глубине. Вот это та глубина, с которой мы работаем сейчас, настроена на нее, она выйдет отдельно. То есть на самом деле все книги очень последовательны. В них нет хаоса, как нет в самой психике. Хотя, когда читаешь сами книги, вот мой муж читал, он говорил, это то же самое, что Гарри Поттер, только основанный на реальных событиях. Возможно, это и Гарри Поттер, но на реальных событиях. И мы при этом все время смеемся и говорим, по нашим книгам будут восхитительные фильмы сняты, но позже. А можно и сейчас. Можно и сейчас, но это надо, чтобы человек осознавал, что он действительно будет снимать те вещи, которые будут на века. То есть это действительно глубинный подход, осознанный подход, потому что это первый заход. Мы сделали публицистический заход в психику, в глубины психики, и выдали это все наружу. Вы посмотрите, ведь не мы это изобрели. Это все веками исследовалось. Те же самые масонские знаки, мистификации их и так далее. Мы все это разложили. Это все было, мы это все встречали. И очень много психотехник сейчас манипулятивных, управленческих, властных, примитивных и, наоборот, сложных, которые полностью сидят на этих же знаниях, на этой же платформе. Но
мы выдали это в открытый доступ искренне и открыто и показали разницу между властью и между созданием. Если вы будете заходить с объективного восприятия, вы дальше трона сатаны не уйдете. Вы просто сядете и будете пытаться управлять, манипулировать, властвовать, и ваше эго будет раздуваться. А вот этот барьер могут пройти лишь только те, кто искренне увлечен, искренне увлечен самим собой, познанием себя, своими глубинами, своими психическими способностями, своими возможностями. Эти возможности абсолютно у каждого человека примерно одинаковые, плюс-минус. Разница лишь в опыте, его собственном, инкарнационном. Есть люди, которые всю жизнь, все жизни спали, а есть люди, которые уже просыпались, и у них был опыт, у них есть что вспомнить, и тогда им легче проходить этот путь через воспоминания. Да? Но в любом случае этот путь может пройти абсолютно любой человек. Абсолютно любой человек может углубиться, найти, открыть, расширить, еще расширить больше, чем мы, потому что мы в лучшем случае 1% психики описали, но с разных глубин, с разных восприятий, с разных точек. И мы все точки, которые мы открывали, мы привязали психотехнически на результат. С каждой точки у нас есть своя психотехническая база, которая выдает результат по здоровью. Мы конкретно привязывались к здоровью. Хотя при этом мы не гнушались и отношениями, и бизнесом, и проводили эксперименты, когда мы вносили глобальные изменения в жизнь человека, в его положение в обществе, в положение финансовое и так далее. У нас разные эксперименты были. Но ключевое, 99% мы работали по здоровью. И психика описана с этих позиций. И инфодайвинг надсознания просто это такое увлекательное путешествие, вход в другой мир, мир психический. А вот чем мир психический отличается от физического глобально? Вот я сейчас говорила и даже задумалась. То, что у нас кажется в нашем проявленном мире таким важным, таким огромным, мы этому уделяем значение, оно такое фух, раздутое. А в психике это точечка. Точечка. Ничто. Песчинка. Песчинка. А то, что в нашей жизни нам кажется, ой, незаметно, я перетерплю, я подавлю себя. Какая-то привычечка. То, что мелкое, мы считаем, это вообще не заслуживает нашего внимания. А в психике это огромное. Это огромный пласт. Смотрите, программы старения. Программы старения основаны, как пример, да, это уже будет описано, вот эти все вещи будут описаны в книге «Глубина», они там просто очень хорошо подсвечены. У нас есть привычки, которые мы копируем с наших, например, родителей, дедушек, бабушек, даже дети бывают, называют, маленький старичок такой пошел, как бабушка ручки заложил, как бабушка губки надул, как бабушка ножкой топнул или пошаркал ногами и так далее. А ребенок уже записал программы на возраст. И он, когда будет стареть, он будет стареть по этим программам. А они такие маленькие привычки, маленькие, которые не осознаются человеком, такие тонкие-тонкие. В психике хранятся, записываются. А в психике пластом. Это кусок жизни в старости. И именно это обуславливает старение. И вот смотрите, тела. Да. И тот же, вот исходя из всего этого, тот же испух, казалось бы, какой-то где-то вскрикнул ребенок, да, это испух. И не обратили внимания. А в психике это огромное, впечатление, да, впечатление, которое постепенно будет накапливать еще какие-то вот такие, там что-нибудь незначительное, и уплотняться, и это ядро превращается в ядро в психике, плотное ядро, и уже в физике это плотное ядро ложится большим информационным на человека, ну, будем говорить грубо, облаком, которое тоже постепенно оседает туда, где слабенько, где... И вот оно, появление болезни. Потом неожиданно. Болезнь в том месте вылетает. И потом непонятно, откуда пришло. Понятно. Это связанные процессы. Здесь нету несвязанных процессов. Весь этот мир полностью связанный процесс в вашем подсознании. И отражает полностью, как в зеркале, вас. Но при этом это кривое зеркало. Здесь это не важно, там это архиважно. И наоборот, здесь это архиважно, а там это песчинка, которой вообще не придается значения. То есть и все это
нигде нет резких граней, резких рывков, шагов, дискретности какой-то нету. Все плавное, все текучее, все постепенное. Благодаря вот этой текучести создается иллюзия времени и создается иллюзия линейности времени. А на самом деле, времени, если посмотреть, времени нет. И тогда очень интересная тема возникает, тема стыковка реальностей в психике человека. То есть каким образом та или иная сюжетная линия становится возможной в данной цепочке у человека. То есть казалось бы, ой, вот как можно было так состыковать, когда два там человека на пустой дороге на этих вот, на скутерах не разъехались. А оказывается, просто это все, вот момент эти стыковки миров, это очень сложная тема и глубинная, те, которым мы посвящаем много времени. Но мы на сегодняшний день исследовали глубины психики фактически до самого момента старта игры. Вот тот момент, когда мы разворачиваемся и делаем шаг в игру, в жизнь. И сейчас вот эти книги мы описали в одном направлении, сейчас мы их описываем в другом направлении и расширяем наши знания, то есть те моменты, где мы проскочили, где мы не уделили внимания, где мы хотим углубить, мы это все будем делать сейчас. Вот это наша задача на лето. Это. И если вам интересны какие-то темы углубить, расширить, вплоть до того, что прямо в прямом эфире какие-то да. моменты во время ответов мы можем достать, посмотреть да. одновременно, мы это с удовольствием сделаем, поэтому задавайте ваши вопросы. Единственное условие, вы присылаете их письменно. Вы записываете видео на телефон, например, и присылаете нам в Вайбере, в Ватсапе, в Инстаграме, в Телеграме. Вы просто нам сбрасываете сам ваш краткий ролик с вопросом, и мы с удовольствием на него отвечаем. Сбрасывать на нашу техподдержку, либо же можете на тот номер, который указан на сайтах, на мой, на +375 29 699 47 38, либо, Ирин, второй номер какой? +375 44 55 77 800. Вот, либо на этот номер вы присылаете, и мы с удовольствием сделаем следующий подкаст в виде ответов на ваши вопросы. Да, по поводу книг. На сегодняшний день мы продолжаем, с одной стороны, искать издателя, крупного издателя международного, который сможет обеспечить реализацию наших книг в разных странах, включая на английском и французском языках. И в то же самое время мы продолжаем работать, и у нас работает свой собственный магазин shop.sobrition.com, shop.sobrition.com, магазин на нашей платформе. Он абсолютно рабочий. Вы заказываете те книги, которые хотите, и у вас в кабинете будет высвечен номер, как вам пошла почтовая отправка. Книги отправляются все почтой. Вы их получаете там в течение недели, двух, в зависимости от той, с какой страны была заявка. И таким образом книги могут дойти абсолютно в любую страну. Оплата идет через систему BePaid, то есть сумма указана в долларах, но система как при покупке авиабилетов на Белавия. Вы заходите, и в зависимости от того вида карточки, с какой страны идет платеж, та валюта будет пересчитана в белорусские рубли и придет к нам. Итак, но вы видите цену в долларах. То есть наши книги пока реализуются только через наш магазин, пока мы не выберем крупное издательство, крупную распространяющую сеть и не заключим эксклюзивные контракты. И продолжаем искать режиссера, который готов будет отснять фильм по нашим книгам. Потому что реально путешествие по глубинам психики, привязанное к реальным проявленным материальным результатам, это бомбовая тема. Мы сами понимаем, насколько это сумасшедшая тема, насколько она топовая тема и насколько она будет интересна бесконечному количеству людей. Потому что нет в мире интереснее темы для человека, чем он сам для себя. Да, сам для себя. И тем более глубина его психики для самого же себя. Конечно.